Всем привет, друзья! С вами Романикс канал. Сегодня мы опять приехали покопаться. По полям соскучились. Итак, первый сигнал. Более-менее хороший, адекватный. На эквиноксе он показывал 30-32. Давайте смотреть. Я буду стараться спиной как-то поворачиваться. Вот здесь у меня сигнальчик. Сейчас продемонстрирую. В общем, сигнал, честно говоря, уже испортился. И пинпоинтер у меня сел. Блин, а как же я без пинпоинтера-то? Без пинпоинтера-то я не привык. Так, давайте смотреть. Нету. Нету. Что-то здесь. Ребятки. Точно здесь. Ага. Точно здесь. Вот она. Видно вам? Будем разламывать. О! Оба. Имперочка. Имперочка, кажется. Ой, лысая что-то все такое. Так. О, копейка. Александровская. 1867 год. Низкопрофильная. Сзади должна быть буква А. А2. Сейчас вам видно. Вот такая вот она. Ха, неплохо. Первая монетка. Еще сигнал один у меня. Чистый 32. Это стопудовая монета. Но здесь вот прям вот свалка. На камеру, наверное, аппарат влияет, поэтому начинает раздираться. Подозревая, что вот эти вот ямы, это вот фундамент его. Фундамент, и тут все сельскими местными жителями. Все засыпано мусором. Может быть, это и не монета, конечно. Я сюда зашел, тут столько мусора. Ага, выкинул. Так, давай так поищем. О, блин, тюбик алюминиевый. Вот это что пищало. Собака. А вот как раз и мусорка, видите? Мусор там сколько. Да, жалко. Закапываем. Дорогие друзья, если вы надумали покупать оборудование для металлопоиска и сомневаетесь, в каком магазине это сделать, хочу порекомендовать вам проверенный тысячами людьми магазин у деда Мити. Хочу обратить внимание на то, что магазин является официальным дилером всех известных фирм-производителей металлоискателей, поэтому на все товары имеется официальная гарантия. В магазине действует система Trade-In, проходят акции и конкурсы магазинов в городах Подольск и Серпухов. При покупке металлоискателя назовите кодовое слово «Романикс» и получите скидку или отличный бонус. Магазин у деда Мити. Ссылки в описании. Решили мы пообедать. Переехали на другое место и разогреть тушеночку. О, красотень! Место уже многим знакомое. Это вот такая пашня, откуда Алексей ведет свои прямые эфиры. Пары, пары. Вот такие вот дела. Ну что, поднабрался, селенок? Конечно. Готов к труду и раскопкам. О, блин, там кто-то ходит. Ну что, пошли? Пойдем. Пойдем. Вот тебе прямой эфир почти. Ветер, конечно, сильнейший. Здесь на поле особенно. Так что, друзья, потерпите немного. Пока он там пипикает, сейчас я вам вот что покажу. Вот, значит, в камушке. Неплохой такой сигнальчик.
Ну, здесь вот такие, в принципе, все сигналы, вон 20. Вот что-то есть. Но это не монета, конечно же. Но интересная какая-то фигня. Медная, по крайней мере. Может быть, это пуговка. Ну, не может быть, а это она и есть. Это она и есть, и она, похоже, целая. Ох, какой же ветер. Попробую к земле наклониться пониже. Вот так. И она целая. Я вижу. О, хоть бы орляночка была. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Точно. Орлянка, Лёх. Это не мои ямки, Ром. Орляночка. Пуговка-орлянка. Неплохая. Целенькая. Мастер, надпись мастера есть, но пока не читаемая. Вот так, нормально. Это мне нравится. Едем дальше. Необыкновенно сильный ветер, друзья. Просто вот. Вот я не знаю, вот. Хоть бы не слышали вы этого, конечно. Короче, так. Смотрите. Значит, в хабарницу сейчас положил. Ну, тут много добра, много разного. Много разной ерунды. Вот видите? Хренотень какая-то. Что это такое, кто знает? Напишите. Что это? От чего? Это черметная. Но все в одной луночке у нас было. Вот в этой. Вот ямка. Вот я ее откидывал сюда. Подожди, где-то потерял. Где-то у меня еще вылетел советик-то у меня. Где-то тут потерял уже, елки-палки. Хотел вам показать. Нашел, нашел. Вот он. Вот он, какая-то беленькая, слушай. Что это? А, 53-й год. Рамочник, двадцатник. Двадцатник, 53-й год. Кто знает, как их привести в чувство до нормального белого состояния, пишите. Пишите, ребят, давайте сделаем обзор, там еще что-нибудь. Здесь был поднят Алексеем часть складни. Одна створка из трех. Потом он сюда приходил, тут какие-то люди тоже копали. У них был средник, прикиньте. Кто нашел средник от створочки той? Признавайтесь. В общем, осталась третья створка. Я ради нее только сюда и приехал. Ладно, давайте будем искать. И вот я вернулся опять к этому же месту. Показываю вам эту ямку, откуда вылезла десяточка. И вот так прошел, вот, смотрите. Трын. Вот он я, иду. Вот там Алексей идет, мы решили стартануть вон в ту сторону. Хороший звонкий сигнальчик. И выскакивает монетка. Видно вам? Сейчас покажу. О. Короче, вот так. Видно? Ну вот точно, я приближаюсь к этому, к эквиноксу. И начинается. О, пятерочка. 5 копеек. А вот теперь самое интересное. Год у нее какой. А? Собака, 46-й, что ли? Даже 46-й. Сейчас буду смотреть через камеру. Ну да, 46-й год. Ну ничего, нормально, еще более-менее. Чувство приведем. 46-й год, по-моему, недорогой. Прекрасно. Ну, так как тут советы, соответственно, и все сигналы у нас тут чмошные. И тут вдруг имперский звук. Кинь-динь-динь, 32. Я говорю, ну, это алюминий. Смотри, какой алюминий вынимает. Нихуя! Побежал, побежал. Лови его! Как у меня тогда пятак тут. 24-й? Нет. Это что-то... Что-то было. Это не монета, да? Это монета. Это пятак Николаевский. Блин. А чё же он такой этот ровный-то? А у меня тоже вон там он ровный такой же поднял. Только с насечкой. Ну-ка возьми вот эту вот шляпу, вон брызни. Какой ветер-то, а? О-о-о! Лысина, как у Ленина. Как у меня коленка. Сука, лучше бы не попадался. Нет, Ром, это... Это вот даже видно. Это понял эти, как их, блядь.
Беспрофильные, или как их правильно называют? Я маленький понял. Рельеф. Безликие монеты называется. Вот. Смотрите, пацаны, что сейчас покажем вам. Глянь, вот у меня такое ощущение, как у него шурфиль, вон, видишь? Вот смотри, вот поле. От лопат. И вот на тебе вот такая штука. А здесь знаете что? Вот отсюда вообще бы снимать. Ух, еба. Тут в натуре уже трещина пошла, как бы она туда не провалилась, нахуй. Знаете? Вот, видишь от лопат вот это, как будто счищали, блядь, стенки. Да похоже, кто-то уже проваливался туда. Сейчас я обдеру чуть-чуть, а то не видать ни хера. Давай руку, а еще вместо как-нибудь поклонись. Не надо, блядь. Да я не отпущу, если. Я и так все вижу, что мне. Ну ничего, обвалился, осыпался он. Кирпичный был, там на дне кирпичи. Видишь? Самый натуральный. Видишь в этот, в монитор, видишь? Вон они, кирпичи лежат. Да какие это кирпичи? Не вот, вот, смотри. Видишь, вон там, вон, под бревном, вон тем, вон. Вон кирпич. И вот, короче, в эту яму комбайн провалился в том году. Жатку пахнул в себе всю. Так, друзья, ну что это могло быть? Вот вам карстовые провалы. Пишите комментарии, что это такое. Прохорова тут недавно предлагала каких-то уфологов, тут инопланетян. Ну, все возможно, да? Конечно. Женская логика, она иногда бывает правдивой. Ну, в общем, как-то так. В общем, вот такие вот дела. Ну, давай, показывай киевскую гривну. Вот она. Вот она, друзья. Это не гривна киевская, это балалайка. На, киевская. Короче, вот туда я положу. В смысле? Гривна. Конечно. Ее же надо почистить, посмотреть. Да, почистишь, посмотришь. О, давай, показывай. Чего ты сегодня нашел? Ух ты, золотая. Золотая чаша, золотая. Ох, красивый зелененький. А я что такое? Что это такое? Что это такое? Это шмурдяк. Это шмурдяк? Нет, это не это шмурдяк. Ты это не выкидывай. А что это? Ну это шмурдяк. Не больше того. Вот мне больше что понравилось. Она целая хоть? Целая, в том-то и дело. Ты делаешь, что целое. Ну и вот Алёшка. Алёшкин копейк. Вот это ты хочешь поглядеть надо? Да. А, вот, пацаны. Не знаю. Не показывал. Вот это я вам. Я не снимал, вот это, когда вот это поднял. 903 года, Капиндос. Ну так. Коп не коп. Шляпа не шляпа. Что там, есть барабаны? Или что там, дудки? Пушки. Пушки? На этом мы будем заканчивать, да, Алексей? О, пошел. Вот за гривной своей пошел. Молоток не показал. Ой, ну-ка. Молоточек, пацаны. Тоже киевский. Болгарка он ее отреставрирует. Потом будет обзоры снимать, как правильно забивать гвоздь. Куда ты ее кинул? Там она лежит. Смеюсь, я сегодня начищу, как на ней, печать. О, слышите? Все, друзья, будем считать, что коп у нас не удался. Ну, погуляли хорошо. Хотел найти ее. Хотел пошли, найти. Хорош. Возьмешь эту штуку-то? Возьму. Вода пускать будет. Будем считать, что коп не удался. Ну, что греха таить. Нет у нас ни хера сегодня, базара нет. На нет и делов нет. Ну ничего, в следующий раз нам Алексей еще что-нибудь пообещает. Вот, и мы опять ему поверим, и опять к нему приедем, и опять у нас будет балалайка. Не приезжай. Когда ты приедешь? Вот. У нас точно такие же места. Хабару. Все, на этом у нас все.
До новых встреч. Чао, какао.